пьяный идет. Тетка с авоськой. Идите мужчины. Не надо. Вот его. Не надо. Живой. Вот его. Аплодисменты. Не надо разговаривать. Да. Пошли. Не носитесь тут, пожалуйста, так? Ага. Теперь разговаривать. Не надо ему ничего говорить. Ты же ему испортил сейчас номер, понимаешь? Да. Ты стой скромно, да. Скромно стой. Ну. А ты начинаешь говорить, все портить. Я же не могу это в эфир дать. Да. Я от вас уже больной, понимаешь? От любви вашей. Три. ОМОН, вы мешаетесь. Вот сюда, будьте. Потому что это сурово. Зачем? Так, все равно настроение праздничное, хорошее, не ругались, только... Говорили все друг другу хорошее. Три, два, один, тихо. Так. Тишина полная, никто не разговаривает. Два, один, тишина, аплодисменты, и играет гармонист. Thank you.
снято. Спасибо, молодцы. Спасибо. Все, спасибо, пошли. Сейчас ждите, когда будет свободное такое время, мы это сделаем заслуг. Вы не спешите? Нет. Подождите, сейчас по концерту начнем, и где-нибудь в паузе мы тут сделаем, ладно? Блин, нет, не сказал, Саша, выступи с песней «Русская гармонь», и я после этой гармонии выйду сюда. Итак, песня нашего владимирского композитора Владимира Погосова на стихи Владимира Бугрова «Русская гармонь». Я поеду в горшую, привезу гармонь большую, расписную новую, самую бедную. Вечерком мне соловьи за рекой резвятся. Эта шуйская гармошка вышла прогуляться.
Поет ей дорога, голос девичий высока, и родной, и сладостный, ой, да сердцу радостный. За рекой резвятся, это тульская гармошка, вышла прогуляться. Ой, гармонь, душа народа, веселее год от года, прославляй ты Олюшку, русскую старушку. За рекой резвятся, это русская гармошка вышла прогуляться. Вечерком не соловьи, за рекой резвятся, это шуйская гармошка, это тульская гармошка. Это Владимирская гармошка, это Лукашевская гармошка, Заволокинская гармошка, а вышла прогуляться. Заволокинская гармошка. Давай гармонь, плясную частушку. Thank you.
Твое тепло, твое тепло, вроде не холодно. Пусть льется свет из детских лет, пусть будет молодо. Давайте сначала от поля и речки с родного причала, от печки, от печки, где звезды сквозь рамы снега на крылечке. Давайте от мамы, давайте от печки. Твое тепло, мое тепло, после зимы весна. Зажжем огонь, возьмем гармонь, пусть говорит она. Давайте сначала от поля и речки с родного причала, от печки, от печки, где звезды сквозь рамы снега на крылечке. Давайте от мамы, давайте от печки. Теплее трещат трава, любовь жива и вдохновение. Давайте сначала от поля и речи с родной причала, от печки, от печки, где звезды сквозь рамы снега на крылечке. Давайте от мамы, давайте от печки. Приехала моя дочь вместе с нами, Анастасия Заволокина, недавняя выпускница Нижегородского театрального училища. Пожалуйста, Анастасия. Здравствуйте, с праздником вас! Частушки праздничные. Тюрюрю куда ходила, тюрюрю на рыночек, тюрюрю чего купила, тюрюрю ботиночек, елки-палки, лес густой, кошелек опять пустой, ой! Сватали, под лавку спрятали, а
я под лавочкой сижу, да сватом кукиши кажу. Ох, Чик, Коченева, Омск, Томск, Толмачева, Сухумба, Тумба, Ронеж. Меня ты не догонишь! А у кого 1 миллионок? У меня их 7. Есть грузин, есть украинец, есть чукча с севера. Мама, мама, вот тебе наука. Не пускала бы гулять, не нянчила бы внука. А в огороде у реки сажали помидорики. Хороши, да ненадежны нынче ухажерики. Петухи поют, проснулись, женихи идут, согнулись. Зачем ходил, зачем любил, зачем подарочки дарил? Из-за тебя, мой крокодил, ко мне никто не подходил. Во Владимире отлично, переменна пища. Утром чай, в обед чаек, а вечером чаище. Ух ты, ох ты, чтоб миллионок сдох ты, шампунь мыла, чтоб тебе пусто было. Ну и лирическая песня. Недавно фильм такой вышел, «Не валяй дурака» называется. Я там пела песню, написал ее отец. Называется... Отец, это кто? Вот, в синей рубашке тут вышел, видите, да? Называется... А ты какую роль играл? Я играл там роль доярки. Как ее звали? Клавдия. Клава. А, да-да-да, было дело. А песня называется «Ветка сирени». Ветка сирени упала на грудь. Кого бы вам объявить, а? Кого? Подскажи, Настя, кого бы, кого? Ну ладно, лауреаты международного конкурса профессиональных баянистов Сергей Ларионов и Владимир Гайдуков. Прошу появляться. Сергей Ларионов, один. Владимир Гайдуков, второй. Сейчас прозвучат частушки, да еще и не просто частушки, а частушки марш. Эх, время-времечко промчалось, эх, не воротится назад. А про теперешнее время, ох, и не знаю, что сказать. Ох, и не знаю, что сказать. А слава Богу, сыт по горло, не голодный, не босой, съездил в Тулу за носками, по годам за колбасой. Не живем, а веселимся на работу, а как с работы возвратимся, пестициды лопаем. Поэтера! 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 Поверьте, вертится земля, поверьте, есть.
жизни, а без любви не жить нельзя. Меня вчера премировали, работника видно стоило. И сразу три подвинка дали, детский, дамский и мужской. Два лентяя у фонтана рассуждали утром рано, как из этого фонтана лилось много на сметану. Кто не вытоп по заказу, шили брюки в ревозрам, вверху шили, но не скусит, заедует и сквозит. Полетера! Без любви не жить нельзя. А шиколёвка мы купили и по привычке спрыснули. Одной бутылки не допили, а шиколёвка свистнули. На поводу я загрустила, была пенсия мала, за ружьё сменила брагу, рекетировать пошла. По селу прошла молва, в магазине есть халва, очень сладкая молва. Да только где ж сама халва? Поверьте раз! Поверьте раз! Поверьте два! Поверьте два! Поверьте, держится земля! Поверьте, есть любовь на свете, а без любви не жить нельзя. Куплеты правильно поются, куплеты складываются. А для кого они поются, а те догадываются. А для кого они поются, а те догадываются. А как посмотришь на закат, проходит время и летят. А что умрет, родится вновь, а остается лишь любовь. Поверьте раз, поверьте два, поверьте два, поверьте держится земля. Поверьте, есть любовь на свете, а без любви не жить нельзя. Поверьте раз, поверьте два, поверьте держится земля. Поверьте, есть любовь на свете, а без любви не жить нельзя. Бабушка Ирочки Репеленко, пожалуйста, подойдите к нам вот сюда, в административное здание. Потерялась девочка. Бабушка Ира Репеленочка. Вот, а подойдите, пожалуйста. Ну, как они выступают, ничего? Вот, замечательно. Сейчас песня с таким очень интригующим, прямо захватывающим названием, леденящим душу названием. Угадайте. Золото. Наверное, не найдется человека равнодушного к богатству. Все сегодня хватают, те, кто может. И нет радости, и приходит недоумение, потому что, когда уже набрал, нахватал, и неинтересно. Особенно, когда умирать, да? Ой, как тяжело, потому что и с собой не возьмешь, и товарищу не отдашь, потому что пока хватал, на всех разозлился же, верно же. И нет спасения, и нет выхода. И единственную надежду кто дает? Православная вера, которая переосмысляет богатство с ног на голову. Там совершенно другой образ обогащения. А сейчас еще один взгляд на эту извечную золотоносную проблему. Забайкальской народной песни «Золото». Чертям назло, полдаги изрыли, но не повезло. Эй, опа! Ай-я-я! Полдаги изрыли,
теперь наступает самое интересное. Хочу пригласить на сцену... Кого? Тут со мной родни много приехало. Сын, дочь, жена, зять, братишка прихворнул. Давайте жену, когда уже будет темнеться. А пока позову на сцену... Сына, как твой? Сын дурак? Ну, как твой? Зять, придурок. Жену, ночью, ну как? Ладно, давай нормальных артистов позову. Че с этой роднёй связываться хуже? Из нормальных артистов это Наталья Соловьева. Пожалуйста, Наташа, заходите. О! Что споем, Наташа? А? Прекрасно. Романсы. Заходите. Романсы поют финансы. Какие романсы? Русские? Русские, современные. Современные. Еще хочется посвятить их всем присутствующим здесь женщинам. О-о-о. Под луной на Кубани. Музыка и слова народные, а называется она «Ветренная». Так, Наталья, это никакого отношения не имеет к названию. Ветренная, ветренная,
куда? Ушла. А у вас какая речка? Клязьма. Клязьма. Только интересно. Говорят, ох, Владимир, город славный, он у Клязьмы у реки. Здесь работают бабенки и сачкуют мужики. Ну ладно, сейчас на сцену позову кого? Там я еще прослушиваю, столько талантов много. Вот, кстати, где-то съемочную группу потерял. Тут сегодня ругался, бегал с утра. Ух, народишко такой у вас радостный, веселый. Помогает снимать, хорошо. С кругом стали, поплясали. Ну и было маленькое, пошумели. Не без того, конечно. На съемках всегда драки получаются. Один раз рубаху порвали, да, основание. А зато весело на экране получается. Значит, если тут где-то есть моя съемочная группа, то я ее ищу. Куда-то потерялась вот где-то смотреть. Ты уж, пожалуйста, подойдите, Сережа. А сейчас я тогда кого на сцену, да? Жену рано, рано еще светло. Сына! Сына! Так, требует сына. Да, позови сына. Он уже не хочет ничего делать. Играть не умеет, он же на кинооператора учится. В институте. Захар, ты сможешь что-нибудь сыграть? Он камеру из рук не выпускает, вот сейчас гармонь мою берет. Ну попробуй, ну по-моему сейчас будет ошибаться. Ну-ка пошевели хоть, шевелится пальчик-то. Ну-ка. Главное не гони темп, попробуй, а? Сейчас я тебе так поставлю. Зовут его Захар. Студент второго курса. Учится в Новосибирске во вновь открытом вузе на кинооператора. Хочет снимать передачу «Игра гармонь». Давай, Захар, попробуй. Только не торопись, главное. Тоже обязательно запнешься. Слабонервных просим удалиться. Из меня частушки лезут, я дарю охотно вам. Я у тядьки сын один, ничего не делаю. Летом курочек пасу, зимой по девкам бегаю. Ты пошла доить корову, я по что не помогал. Потому что на пригорке еле бык меня гонял. Поликлиники мне дали от печали порошков. А мне вместо порошков лучше б дали пирожков. Если думаешь жениться, молодую жонку брать, нужно сразу научиться миллионы добывать. По деревне я шагаю, дым по крышам стелется. Я тогда буду жениться, когда бык отелится. Не ходите, девки, замуж, там не сахар и не чай. Быстро времечко подходит, сиди зубочку качай. Коль хотите, я за даром буду петь для вас пишу. Это вам будет приятно и мне тоже хорошо. Yeah.
Как самого веселого казака исполнил Сергей Ларионов. Спасибо. Мы с вами не прощаемся. Вот потерялась девочка. Не очень маленькая, не очень большая. Как тебя зовут? Света. Света. А ты с кем? С мамой пришла? Фамилия. Маша, что-то клевали? Есть что-то? Ну, найдется же сейчас, я уверен. Ну, что? Ну, что, ребята, попробуй сейчас потерять девочку. Это трудно. Другое дело, жену потерять, чем можно. Но это вот. Кто найдет, возьми себе. Знаете, это объявление. Значит, пойдем дальше, да? Что дальше-то у нас в программке? Сережа, иди-ка посмотрим, что, сынок, еще снять-то можно тут, а? Давай что-нибудь еще тут это зафиксируем, а? Пока нет, не дотянусь до вас. Частушку пока погоди, надо разобраться с тем, что тут есть. Тут 163 таланта. Возьми пока гармошку. Галя Юдина, пока готовься. Сережа, давай что-нибудь еще заснимем, потому что тот гармонист вдруг что-нибудь не пойдет. Али выпивший, али не выпивший. Ух, сейчас приведу какого-нибудь вам номерка. Слышно плоховато, но поскольку вас уж не так шибко много, мы видели раз в 100 побольше. Вот сейчас приехали с Татарии, так там, знаешь, по 50 тысяч собираются, по 70 на Майдане, на стадионе. У вас это просто, ну, какая-нибудь тут, не знаю, 3 тысячи, 5 тысяч, это же нормально. Так, значит, вы готовы? Сейчас я вас расставлю. Сейчас, минуточку. Так, ребят, вот это вот пока тогда назад. Ребятушки, вы тут помогите, чтобы их назад, микрофончики мы отставим, чтобы вам не перепутать ничего. Цветочки тоже ликвиднем. Кто помощник у меня? Кто помощник? Есть помощник? Хоть один. Где Вова? А, убери. Так, еще что надо сделать? Понимаешь, какая проблема? Их надо так поставить, чтобы они как бы... уважаемые, ну-ка, вставайте вот так вот, но получается не совсем лицом туда. А диагональ-то такая сделаем, да? Так, что же делать? Ну-ка, вы, ребятишки, немножко брысь ниже, потому что вы тут уже немножко... Славненько ближе. Я бы их вообще лицом поставил, спиной бы к ним поставил. Вот так бы поставил, ты бы отсюда их снимал. Ну-ка, ребят, наоборот, давайте. Вот так, вставайте и лицом к нам. Вот так, наоборот, диагональ. Давай, быстро. А ты, Сереж, вместо дислокации чуть-чуть смени. Да, немножко будет полуспиной. Не полностью спиной, а полуспиной. Вот так вот. Но вы там его не шпыняйте под ребра, ладно? Садись туда вниз. И жвачку не жевать, очень прошу. Воду тоже убери. Мужичок дорогой. Нет, он нормально. Так он воду уберет. Сынок, воду убери. Ну, за глаз, а что он там торчит? Ну, он моя, между прочим, сокурсница. Мы учились в Институте культуры когда-то в Москве вместе. Нона. Фамилию забыл, прости. Ефимова Нона, да, правильно. Ну, сколько было-то? 82-й год или 83-й. Так, внимание, приготовились. Нет, ближе к нему. Почти закрой баян. Не, хотя правильно, с ним вместе так, стой там вот. Как, Сереж, гляди. Так, карусельку запустить.
Трох тебе, трох тебе. Так, ну карусель тут не важна, старина. Не будем, наверное, ее ждать, хотя там уже садятся, сейчас поедут. Карусель, давай, запускайся, мы тебя ждем. И тут тоже, пусти в холостую. За мой счет, давай, я богатый. Ну давай, ну запускай, чего ждешь? Так, Малик, попробуйте звук подрегулировать. Малик, попробуйте. Наверное, тоже будем их аплодисментами, да, поддерживать, Маришка, а? А ты, Дуняшенька моя! Нормально, карусель пошла. Внимание, три, два, тихо, сначала. Три, два, один, аплодисменты, мотор пошел.
Аппараты делают инвалидами. Иван Иванович, что пришел? Что будешь говорить? Что народу хочешь сказать? Это Лукашов, мой друг Иван Иванович. Лучший гармонист. Весит 126 килограмм всего. Значит, вместе 200 с Геннадием. Да. Мастер спорта. Бьет. Кандидат. Бьет сразу на смерть быка валит. Съедает утром всего только 131 пельмень. Сам сосчитал. Иван Иванович. Мы собираемся с ним сделать тут большие шоу-программы во Владимире, да? Да. Будем живы, не помрем, верно? Конечно. Значит, Иван Дмитриевич, я думаю, что действительно не помрем. Старшими владимирскими вот такими глазами приятными. Ну-ка, все улыбайтесь сразу. Я думаю, я даже пирожку подождете, или как, еще так еще. У вас есть народ, да? Сейчас пригласим, народ у нас много. Мы тогда добьем при последнюю, и потом уже ничего, звук трогать не будем. Да? Что? Нет, мы споем сейчас. Это просто, я говорю, для съемки еще одну запишем. Так, а как же нам ее записать-то? Неси боячка. Видео обозначение. Значит, задача такая. Просто внимательно, спокойно послушать. Ребят, вы сильно тогда сейчас на микрофон не залазьте, имейте в виду, что еще и видео снимается. Витя, далеко не уходи, чтобы мы, ансамбль стоял монолитом. Это, Сереж, командуй, кому, куда, все, мы сейчас... Как там стояли? Это нереально, Сереж. Это сейчас уже так не поставим. Давай. Погнали. Сейчас он будет готов. Это я написал новую песню, но, наверное, она прозвучит во Владимирской передаче. Называется она, даже, собственно, названия особенного нет, наверное, «Храни тебя Бог» называется. «Храни тебя Бог». Стихи, не помню чьи, но мы там сами их немножко перерабатывали. Да, из Перми. Так, готовы? Как будешь, мы начнем. Внимание, господа, товарищи. Пошли, он снимает. Так, уважаемый фотокорреспондент, очень вас прошу. Сейчас пока не ходите тут, ладно? Так, ребятня, тоже, значит, сейчас полегче тут со своими бутылками. Они это набрали водички и тут подтягивают. Хоть бы мне дал попить. Не в жизни даст. Шутка. Так, уважаемый журналист, тоже, если можно, пока вы уйдите, он будет всю панораму брать. Детки все, уйдите оттуда. Деточки, уйдите пока. Звучало ни разу. Может быть, она прозвучит из Владимирской области, может быть, она прозвучит из Москвы. Сейчас 80% точно не знаю. Ходит, но где-то прозвучит. А съемка первая вот на вас, на ваших зрителях. Пожалуйста. Приготовились? Пишем. Храни тебя Бог от гордости, от темных наветов людских, от зряшной никчемной корости. От скрытности тоже правильно.
храни тебя Бог от ревности. Отвык и завистный быть глаз. От грез, от мечтаний и ревности. От праздной любви и прекрас. От тьмы и холода, от бунта грешной Руси. Дай же Бог тебе света и солнышка, а сейчас...